Ну вот, получил новую карточку, лицензия на удочке, где изображен Хариус. Уже можно целую коллекцию собирать этих карточек. Надо идти на рыбалку. Попробовать в этом году, что будет. Он с Виктором на рыбалке сегодня. На рыбалке. Я тут. А вот я на плечо повесил, смотри сейчас как. А то всегда на пузе стоишь, вот, а руки эти. А так на плече, может, лучше будет. Ну, не знаю, посмотрим. Рыбу пытаемся поймать. О! О! Первая рыба! Первая рыба! Окунь зажрал сразу, смотри. Окунь. О, какой бандит. Первая рыба в этом году. Ой-ой-ой, надо выбирать. Он же мне давно клюнул. Я думал, побольше будет рыба. Так это самое. Вылезет. Ну вот, окунь начинает. А вот он, зараза, зажрал до этого. Так что все как всегда начинается, значит. Ну, смотри, щучка. Вот, видите, молодец какой. Ну, она, я говорю, до килограмма вот она ходила. Ну, конечно. У тебя есть этот? Кто? Чем доставать? Нету. Ой, японский бог. А, куда я пошел? У меня сзади есть. А я так отрастал. Достанешь? Да. Пускай. Ну вот, видишь, я тоже поймал на твою удочку. Ну вот, это я находил здесь. А ты кидаешь там, кидаешь? Не, ну так поймал бы, не там так. Да. Толстенький, смотри какой. Толстенький, с икорочкой. С икорочкой, толстый. Опять зажрал до глубины. И главное, берет еле-еле. Ну, беги. Я говорю, плыви, толстый. Если сможешь. Может, сможет.